Великому Октябрю рапортуют металлурги Северной Магнитки Череповца. В преддверии знаменательной даты они установили мировой рекорд производительности блюминга в сутки. Когда за стенами цехов Череповецкого металлургического завода пела медь оркестров, шумели полотнища знамен, звенели песни, здесь все так же непрерывным потоком шел раскаленный металл. По-праздничному трудились сталевары, крановщики, операторы. Здесь можно было видеть ударников коммунистического труда, почетных металлургов. Коллектив обжимного цеха добился первого места по заводу и переходящего красного знамени. Не впервые приходится работать им в праздничные дни, а все равно волнуется каждый. Хочется сделать быстрее, точнее, лучше. Тысячи тонн высококачественного проката сверхплана. Прокатчикам есть чем гордиться. В канун и в дни праздника отовсюду шло много поздравительных писем и телеграмм.